Так, ну хотя бы немножко бронешкурки у нас осталось. Теперь вопрос, на чем мы подрываемся, когда мы отсюда выходим? Попробуем узнать. Что-нибудь, растяжку здесь что-то поставили. А, кидает гранату, ну все понятно. Ну, с гранатой там сейчас это-то мы обойдем. Это уже понятно, что здесь гранатка. Здесь надо действовать по-другому. Попробую сделать вот так. Шкурки и маленькую аптечку. Очень хорошо подобрали калашников. Так, ну что, ребята, идем дальше. Здесь мы все собрали. Так, что нам надо сделать-то? Так, выполнить. Так, найдите и уничтожьте контейнер. А, ну все понятно. То есть теперь мы идем искать вот этими контейнерами. Так, контейнеры. Есть вот такие нарисованные инструменты. Ящички. Так, стоп. Это мы в двигательном отсеке. Кстати, вот эти баллончики можно взорвать. Идем быстро в разведку. Да, разведка нам тоже не удалась. Вообще мы там, по-моему, до, чуть ли не до самого начала в этой игре все пройдем. Ну, в смысле, целый корабль. Пока доберемся до этих контейнеров. Dance.
Вот видите, они приседают, сволочи. Они, сволочи, приседают. Таким образом вот избегают, так сказать, проблем. Что делать? Что же делать? Как их одолеть? Поехали дальше. Поставим, пожалуй, нашу любимую броню. Сколько у вас накопилось?